Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую 14-ю серию нашего 6-го сезона с модом Pixelmon. Ребята, всем спасибо, как я обычно говорю, так, не давайте я переключусь, а то задний вид как-то глючит. Как я, в принципе, ребята, всегда говорю, спасибо тем, кто сейчас находится тут, смотрит эту серию и находится рядом со мной. Я всегда рад тем, кто меня поддерживает, ставит лайки, оставляет комментарии и, в принципе, просто находится тут. Если вы это смотрите, значит, вы мои подписчики, если нет, то подпишитесь. Ребята, если вы хотите видеть новую серию как можно быстрее, сегодня, завтра, послезавтра, то все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк, и новая серия Pixelmon выйдет как можно быстрее. И для меня... Нет, от меня для вас две новые новости. Первая. Три новые новости. Первая я сделаю немного погромче, где-то вот так. Я не знаю, это хватит или нет. Почему-то мне кажется, что это очень тихо как-то. Если вот так, ну, более-менее. Вторая новость, потому что это была первая новость. Вторая новость, то что сборка этого сезона с модом Pixelmon будет в следующей серии. Да, ребята, дождитесь уже следующей серии. И пока я это буду все говорить, давайте пойдем быстренько в зимний биом. Мы там, в принципе, покачаемся и набьем себе вещичек для того, чтобы... Для того, чтобы их попродавать, да? Ребята, еще раз скажу то, что в следующей серии уже будет сборка этого 6-го сезона. Поэтому, ребята, все, что от вас требуется, это просто-напросто дождаться, и выйдет уже сборочка. И плюс тому, у меня для вас есть... Так, дайте я вот эту фигню... Send out Pokemon. Вот покемон, вот он, вот. Во. И у меня для вас есть еще одна новость, ребята. Что-то мне стукнуло в башку, я не помню, около полумесяца назад, когда я там ложился спать уже прям ночью. И я только сейчас вспомнил, что я хотел сделать. Что, ребята, же я хотел сделать. И что я, в принципе, подумал. Смотрите. Я, наверное, я уже устроил в группе голосование по этой теме, но если вам вот это понравится, значит, мы потом, потом я сделаю, хотя, в принципе, вот этого голосования в группе, мне кажется, хватит. Ну, ладно. Что, ребята, за новость? Вот сейчас все больше я начал замечать то, что многим людям требуется помощь в том, чтобы поиграть в Майн. То есть многие хотят играть в Майн, но не у всех это получается. Почему? Потому что они не могут собрать сборку, они не могут установить мод, а они меня просят помочь найти им ссылку или скинуть им ссылку на... Что это за хрень была нахрен? Самолет где-то упал или что? Многие просят мне скинуть им ссылочку на мод, да, чтобы они его смогли скачать на Pixelmon. Потом спрашивают: Эдисон, как его установить, как там играть, что делать? И еще куда там идти, куда там закидывать моды, как устанавливать Forge. Потом просят практически каждый день, то есть спрашивайте, да, когда новая, не когда новая, а когда выйдет уже наконец-то сборка этого сезона, когда будет сборка, когда будет сборка. Потом: Эдисон, установи на своих серверах одиночку, потому что я не знаю, как устанавливать сборку. Поэтому помоги мне или там установи одиночку, я хочу поиграть. Потом спрашивают еще раз: Эдисон, как кто запихнуть, куда запихнуть, еще что запихнуть. И как я посмотрел, сейчас на ютубе никого нету, кто помогает, например, там подписчикам поиграть в тот же Майн, да. То есть никто им не растолковывает, как установить их сборку, откуда ее скачать и, в принципе, вообще, что с ней сделать. Поэтому у меня есть такая идея специально для вас, для подписчиков. Вкратце, помогать вам сборками, помогать вам их устанавливать, помогать их вам делать. В чем заключается моя идея?
раз в пару недель, там, раз в неделю, раз в две недели я буду специально для, делать для вас сборки на пиратке и на лицензии, чтобы каждый из вас мог поиграть, не только те, у кого есть лицензия, а каждый. Я буду делать сборки Пиксельмона на старой версии, для того, для тех, у кого не очень сильные компы. Я буду делать новые версии Пиксельмона. Я буду делать даже любые там сборки, Стаумкрафтом, магические сборки, индустриальные сборки, RPG-сборки, сборки из моего сервера Летняя Авантюра, другие сборки с Дивайном RPG. Что там еще есть? Ну и, в принципе, еще там остальные другие моды. Я это буду делать для вас, потому что я это знаю делать. То есть я не скажу, что это прям сложно, но, как я вижу, многие люди или не хотят, или просто-напросто не знают, что и как там делать. Поэтому, ребята, я буду создавать сборки на разные версии, буду их выкладывать. И потом я буду делать на них небольшой обзор. Вот, мол, ребята, я создал вам вот эту сборочку. Сборочка имеет вот такие моды и такие моды. Потом, вот смотрите, как ее нужно устанавливать. Нужно вот это туда запихнуть, туда. Она становится. Вот вы как зайти в нее. Вот вы зашли в нее. Да вашу мать, дайте я напишу это. Вот. Да закройте рты там. Вот вы зашли в нее, вот вы в нее поиграли. И все. И, в принципе, вот так простенько вы это все сделали. И в чем заключается, ребята, то, чтобы меня не спрашивали каждый день: Эдисон, как установить то, как поиграть, скинь сборку. Я специально для вас буду создавать ваши сборки. Например, я создал сборку вот этого Пиксельмона, которая будет в следующем сезоне. Вы зашли, скачали, мол, Эдисон, спасибо за сборку. А мог бы ты, Эдисон, создать еще сборку, например, там, с Стаумкрафтом? Если многие люди будут хотеть сборку с Стаумкрафтом, то ладно, я потом, все, ребята, я берусь за сборку там крафтов, теперь ждите, пока я ее сделаю, пока я ее выпущу. Потом я делаю объявление, там видео или еще что-то, или в группе объявляю, то есть, мол, ребята, вот, я сделал эту сборочку, сейчас мы ее будем обозревать, буду я объяснять, как туда заходить, как убрать лаги, что сделать, чтобы все нормально можно было играть. И вот вам, ребята, сборочка Таумкрафта с различными дополнительными модами. Заходите, качайте, играйте. Все, что от вас требуется, это не там устанавливать, скачивать, а это не работает, а то не работает. А Эдисон, помоги! А Эдисон все сделает за вас, залет любую на вашу вкус сборку, покажет, как установить, как скачать, куда запихнуть. И как в нее зайти? Все, что от вас требуется, это просто перейти по ссылочке, которую я скину, скачать, зайти и расслабляться. И все, за вас Эдисон все сделает, вам ничего не нужно делать, не устанавливать, ни еще что-то, а просто скачать и играть, ребята. Поэтому я не знаю, ребята, просто у меня вот возникла такая идея. Потому что со всего того, что я взял, со всех тех просьб, что люди имеют, да, мол, Эдисон сделай, Эдисон скинь, Эдисон помоги установить, Эдисон то не работает и все такое, то я сделал вывод, что, ну, вам действительно в какой-то степени нужна помощь, а мне, если честно, делать сборки, если честно, это проще простого, то есть сборку этого сезона я сделал там может, за пару часов, даже меньше. Просто я искал моды, да, какие моды лучше, а может тот, а может тот, и все такое. Поэтому, ребята, давайте сделаем так сразу, чтобы я потом не делал голосование. Если вы хотите, чтобы я специально для вас делал сборки и на слабые, и на сильные компы, на любой ваш вкус, который вы только меня попросите, давайте на этом видео наберем 1000 лайков. То есть вот такое, ребята. Набираем 1000 лайков, я начинаю выпускать специально для вас сборки. Потому что, ну честно, вы где-то видели, чтобы какой-то ютубер, летсплейщик там создавал специально сам сборки для своих подписчиков. Рассказывал, как ее установить, как на ней играть, какие там моды. Заливал ее, скидывал ссылочку, подписчики просто заходят, скачивают и играют. И не нужно ни париться ни почему, как скачать, как установить и что делать, потому что я уже все объяснил. Мне кажется, никто такое не делал. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы я вам помогал делать сборочки, потом можете еще, знаете, какие-то там даже обучающие уроки, как устанавливать, как делать. Ну, просто я не говорю, что ты именно не знаешь. Но 90% людей, которые хотят играть в Майн, не знают, потому что многие просто-напросто спрашивают, пишут, то есть даже в группах, даже везде, мол, помогите установить сборку, потому что я не знаю, как это делается. Поэтому, ребята, если вы захотите, вот что я забыл поставить, ребята, почему вы мне не напомнили, я забыл поставить кожу.
Я забыл кожу поставить. Что? Лед выпадает. Вот видите, то есть лед нам выпал много. Я не знаю, стоит ли ставить лед. Ну, в принципе, все, ребята, на этом мы заканчиваем вот этот разговор, потому что я не хочу сейчас об этом говорить на протяжении всей серии, да? Об этом, ребята, я просто вам предложил, сколько мы об этом уже говорим, уже минут 10, но все же, это такое, ну, немного, как это можно сказать, ну, немного такие вопросики, да, хотите ли вы вот это или нет. Если все-таки будете хотеть, то, о, я свои две поставил, у меня, ребята, это наши. То есть, если захотите, то можем потом попробовать вот это все сделать. Но, ребята, зависит тоже от вас. Если вам это интересно, если вам это, в принципе, нужно. А знаете что? А давайте я сразу же создам следующего НПСа. Продажа ресурсов, пока я не забыл. Так, продажа... Кто не знает, учитесь, ребята, тоже как ресурсов, как делать НПС. Можете там те же сборки, если я их буду делать, если вы также захотите, например, как у меня в сезоне, сделать себе НПС, чтобы потом с ними торговать. Учитесь сейчас, ребята, запоминайте. Потом, когда будет сборка, зайдете и просто-напросто сделайте себе так же. Там пишем имя, тут мы выбираем ему скин. Ой, не тот. Допустим, а хрен его знает. О, вот так. Потому что шахтер, мы продаем ресурсы. И вот, так, сейчас, вот сюда. Так, сейчас, знаете что? Это мы все перенесем сюда, потому что тут наши вещи будут, а вот тут будут для создания НПСов. Так, что мы будем продавать? Полстака редстоуна. Дальше. Да... Бухни. Иди сюда. Кто там еще нахрен? Я не знаю. Мукает уже пол серии. Мудому нахрен. Фу, вашу. Так, сейчас, это сюда. Нет, это вот так. Дальше. Да, в принципе, это пока что можно выкинуть. Пол стака можно взять. Потом один. Потом два. Потом один. Потом один. И вот полстака вот этого. Вроде бы и изумруд. Но изумруд... Вряд ли мы его когда-то найдем, да? Вряд ли. Так, дальше. Так, это сюда. Бла... Нет, это бла-бла-бла. Вот это сюда. Замечательно. Так. Монеты. Вот так. Так. Думаем. Стак железа. 32 монеты. Ребят, я не знаю, видно... Вот под таким углом немного видно, что у меня вся... Весь лоб нахрен мокрый. От этой жары это просто с ума можно зайти, честно. Ух. А вот тут я вообще, ребята, не знаю, как будто только что из душа вылез. В принципе, нужно, наверное, в душ сходить, помыться, а то потный, грязный, вонючий. Так, ладно. Стак железа, одна... Стак железа, 32 монеты. Почему? Потому что куча железа падает с бичарпов. Куча железа падает с магнимайтов. Мы также можем пойти в шахту, посидеть там 20 минут и добыть себе пару стаков железа. Поэтому нормально. Алюминий... Я не знаю. Алюминий, в принципе, реже падает. Алюминий даже реже можно найти в тех же шахтах. То есть он не такой... Но не так часто встречается, как железо. Ну ладно, то есть, давайте. Это, в принципе, много будет. Давайте 16. Да ну нахрен, это даже много будет. Давайте 8, то есть 16 это 2, 32 это 4, стак это 8. Если я правильно посчитал. 8, 1, 16, 2, 32, 4, да, 8. А вот так, 12, 24, 36, 3, 48, 4, 50, нет, 65. Стак угля, 5 монет, нормально, дальше. Пол стака, нет, это в принципе тоже много будет, давайте 16, или 8, нет, давайте,
30. Я не знаю число. 8, давайте 16. 32. 2 нормально. А вот это нормально. Все. Вот это так. Вот так. Вот так, вот так. А изумруд? Изумруд же не будет стак изумруда одна монета. 64 монеты. Ну где-то вот так, потому что изумруда мы хрен когда-то найдем. Ну смотрите. 32 алмаза, стак монет. Не. Один алмаз, 3. Мне кажется, нормально. 10 алмазов, 30. 20 алмазов, 60. Мне кажется, нормально. 10 алмазов, 30. 20 алмазов, 60. Или даже вот так можно. Пускай будет. Так. Вот и... Вот так, сейчас. Давайте мы ему... Вот так. Все, вроде норм. Ребята, мы создали еще одного НПС. Это нужно выкидывать, потому что это не наше. И это, наверное, не наше. Так, там я еще что-то забыл, да? Давайте вот это выкинем. Все, ребята, вот мы создали еще одного НПС. Это очень круто. Так, ну что? В этой серии... Мы все-таки поменяем нашего Ноктаула, а то он меня уже запарил, если честно. Я не могу смотреть. Короче, знаете, что мы делаем? Так, как мне предлагали подписчики. Удаляем нашего PokeGive, Ноктаул, level 40. Во! Мы все, что мы сделали, мы просто поменяли Ноктаула с девочки на мальчика. Вот сейчас у нас мальчик, сейчас не будет. Эдисон, а почему ты будешь называть девочку Ноктауля Филиппином? А вот потому что нахрен. А вот сейчас я уже нормально назову, уже никто не будет мне там. Филиппин. Не Филиппин, а Филиппин. Пускай будет просто так. Реннэйм. Все, ребята, Филиппин. Вот Филиппин, мы его уже можем, в принципе... Охренеть. Мы его уже можем выкладывать в компьютере, вместо него брать нашего Пиджия. Так, это сюда. Замечательно. Ну, здрасте, Пиджий. Наш новенький покемон в нашей команде. Поспать. Сейчас мы вздремнем. Я не знаю. У нас есть 20 твикболов. Так, сейчас это сюда. Вот так. 20 квикболов. Ребята, я таю. Я таю нафиг от этой жары. Я не знаю, честно. Куда бы нам пойти? Зимний биом, горы. Кого бы нам словить? Вау, я знаю, кого нам словить, потому что многие меня спрашивали. Эдисон, а почему ты не словил электрического покемона? Поэтому сейчас, ребята, мы пойдем и будем искать электрического покемона. Кого мы можем словить с электрических покемонов? Эмолга, Пачирису, Пикачу, Майнун, Пласл. Электабас не хочу, потому что нужно будет и лики доделать. И вроде... Ну, может, еще кто-то там есть, но я, если честно, сейчас забыл, ребята. В принципе, у нас тут сразу вот тут есть боссики, никого нету. Так, у нас тут сразу же есть вот этот лес... Поэтому мы можем попытаться кого-то словить. А кто в саванне спавнится? Кто спавнится в саванне с электрических покемонов? Райкоу, да. Но Райкоу мы хрен словим. Ну ты чё? А ты чё? Ребята, может нам Абру словить? Психический. Пачирису. Ну раз ты, паскуда, сама на нас напала... Залезай. Так уж и быть. Так, ну что. Во. Нормально. Ну что, ребята. Сейчас.
сейчас. А по черису у нас есть, круто. Точнее, так, знаете что? Так, это так, тут у нас тот же тик. Ну, тот же тика я не хочу, я хочу Тогепи. Но я не знаю, вспомнится, потому что сколько я раз уже встречал тот же тика, но я ни разу не встречал Тогепи. Не знаю почему. Может, она просто-напросто не спамнится, а делается как это? С помощью спаривания? Может быть, ребята. Может быть. Так, ладно. Давайте быстренько домой идем. Так, в какую сторону? В эту. Быстренько идем домой. Опа. И что мы делаем? Так. Тебя мы выкладываем, Тортера, наш... Ну, сейчас. Так, давайте тогда вот. Хотя, в принципе... Тортеру мы, ребята, уже выкладываем. Мы в этой серии выложили двух пакетов. Хотя, знаете что, давайте прокачаем Тортеру до... Ой, чуть меня залагало. Давайте прокачаем Тортеру до 55 уровня, чтобы было такое чётенькое число. И только потом мы ее выложим. Мне кажется, это круто. А потому что ей, в принципе, еще как раз осталось 2 уровня, и это круто, потому что мы сейчас сюда придем, еще себе намного больше всяких вещичек навыбиваем, и через какие-то серии, ребята, мы уже сможем их продать. Да, мы, в принципе, уже сможем продать их. Вот смотрите, сейчас. Сноубол, нифига себе, сколько тут всего этого выпадает. Мы, в принципе, с этого можем столько напродавать потом, что реально в зимнем биоме такая фармилочка даже отличная. Те же марипы, те же вот эти сало, те же магнемайты, куча всяких покемонов, с которых выпадают шмоточки крутые. Мы их просто-напросто можем насобирать и потом вот это все затолкать барыги нашему НПСу. Мне кажется, это реально будет прикольно. Так, кто тут еще есть? А Марипа, в принципе, тоже нужно убивать, но... И, ребят, я знаю, что их можно стричь, что их можно постричь, и с них еще, в принципе, больше выпадет, шерсти, но... То есть, нам, если честно, и так хватает. То, что, смотрите, мы убили несколько Марипов сейчас. Мы убили... Да вашу мать. И у нас уже 28 шерсти. Мы сейчас можем уже пойти это продать, и у нас уже будет полстака монет. Ребят, это уже много, если честно. Вот так, круто. Плюс тому еще, смотрите, редстоун выпадает, глоустоун выпадает, алюминий выпадает, железо выпадает. Мы это все сейчас можем затолкать, и нам реально много, и мы реально уже сможем потом насобирать вот эти монетки, и потом много чего купить. Тортера давайте вылечим. Так. Вот. А Тортера все же остается 53 уровнем. Ему еще нужно 2 уровня, ребята. Ему еще 2 уровня, и потом, к сожалению, мы его будем выкладывать. Но, в принципе, уже хватит. 14 серия, в принципе, он уже, если честно, нормально так отслужил нам. Нападай на меня. Нападай. Он уже нормально так отслужил, поэтому, мне кажется, уже даже можно... Ух, ну, оставим его. Пускай дальше балуется, пускай дальше танцует. Оставим его в покое, ребята. Флаффи. 30 уровень, ничего не выпало. Ничего. Так, давайте... Пылесосов еще вроде пока что нету. То есть, пылесосы вроде спаются только ближе к вечеру, или даже вечером и ночью. То есть, сейчас я их почему-то не вижу. Так же, как и свайнобов. А поэтому сейчас... Так, магнемайты... Точно, я забыл про магнемайты. Ребята, мы же видим магнемайта в каждую серию, и, в принципе, в большом количестве. А я пересчитал всех электрических покемонов, но не магнемайта. Офигеть. Так. А кто тут ходит, кто тут нас ждет? Вот тут на полянке прямо охренеть, какая куча покемонов. И ни одного босса. Ни одного босса. Пожалуйста, дайте нам боссика. Хотя бы маленького. Хотя бы самого обычного. Хотя бы, ну, пицютичкого. Пожалуйста, я уже хочу увидеть босса, я хочу его уже запинать, если честно. Но вряд ли мы его, если честно, вообще когда-то увидим. Ну, тут, конечно... Может быть, да Мэджикарп... Ух ты, ни хрена себе. Да Мэджикарпов это 100%, что куча боссов, вот этих Мэджикарпов и под водой куча боссов. Мы уже... если бы у нас был покерадар,
и мы бы видели вот этих всех боссов, которых мы сейчас пропускаем, то это, наверное, бы жопа было. Мы, наверное, каждую серию пропускаем по 5, по 10 боссов, но мы их просто не видим, потому что у нас нет покерадара. И вот это реально немного сложно играть. А, и это такой немного хардкорный сезон, но может он даже лучше будет, хрен его знает. Опять потные лоб нафиг. А, так. Ну давайте кого-то спамьте уже. Ваш он 53 уровень. Давайте я хотя бы до конца серии прокачаю до 54 уровня. Было бы очень и очень круто. Если бы... Так, да ты же... Если бы я смог прокачать Тортеру до конца этой серии до 54 уровня. Хотя я там смотрю, там вроде еще немного опыта осталось. Может, мы даже сможем прокачать. Ух ты, ни хрена себе. Может, мы даже сможем прокачать, ребята, я не в курсе. Сало, 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 сало. Так, опа. О, во, 54 уровень. Круто, ребята. 54. Во. А, в принципе, я не знаю. А, я думаю, почему я бегать нафиг не могу, да? Так, сейчас. Во. В принципе, ребята, знаете что, мне кажется, можно уже даже отсюда уходить. Я не вижу, что тут можно дальше ловить. В принципе, просто искать дальше монстров, нахрен. А покемонов и надеяться, что где-то заспанится босс. Что где-то может будет босс, с которого мы выбьем какие-то шмоточки. Да, выбьем шмоточки. Может, с него что-то выбьем. Шмоточки. Ладно. В принципе, все, мы, наверное, набегались достаточно. Давайте возвращаемся домой. Не знаю зачем, но давайте будем возвращаться. Так, нужно, ребята, действительно, нужно уже делать фосил машины. Наверное, в следующей серии мы уже начнем делать машины. И, наверное, мы уже даже, ребята, будем делать, точнее, очищать наш фосил, который мы уже давным-давно нашли. Вот как раз Электабас вот тут ходит. Волторб, точно, я еще Волторба забыл, что мы его можем словить. Тоже электрический, да? Так, ну, в принципе, больше я никого не вижу. Может, Мэджикарпы тут боссики будут? Может. Может, нахрен и будут. Когда-то. И может, мы их когда-то заметим. Но сейчас я не вижу. И не вижу уже, не знаю, сколько серий. Это реально сложно найти. То есть, не смотрите, что я это ищу, потому что это реально сложно найти. Так, никого, ладно. Никого так никого. Возвращаемся домой. Сколько там уже серия идет? Сколько там уже серия идет? С этими разговорами, с этими НПСами. Ух ты, кто там нахрен? С этими НПСами, в принципе, серия даже затянулась немного, но. Да, здрасте, нафиг. А, но мы нормально так вещичек попродавали. Смотрите, что мы можем продать. 8. Тут мы больше... Вот, смотрите, это мы можем продать. Это мы можем продать, что тут еще? Это мы можем продать. И ух, этого мы вообще можем охренеть, сколько продать. Потому что мы столько марипов наубивали. Во, смотрите. Ух, там дождик пошел. И у нас уже, смотрите, ребята, сколько у нас. Если мы сейчас еще ресурсы попродаем тут. Вот так, например, да? Посмотрите, давайте даже вот это все продадим. У нас уже, смотрите, сколько монеток. Ребята, это офигеть. А орб у нас будет стоить, ну я не знаю, может там 10 стаков, да? Еще нужно обменник будет сделать, ребята. Еще нужно будет потом обменник сделать. Но сейчас мы уже на этом будем заканчивать нашу серию, ребята. Ожидайте, во-первых, ожидайте в следующей серии сборочку уже. Ух, даже... Охренеть, ух, ребята. Такое ощущение, что прям на меня тут реально дождь где-то падает, и что я прям реально такой весь мокрый сижу. Ух ты, чё, припух? Вот. Поэтому, ребята, в следующей серии уже ожидайте сборочку этого сезона. Это во-первых. И во-вторых, то, что я у вас спрашивал, хотите ли вы, чтобы я делал сборочки для вас. И чтобы от вас все требовалось, это просто ставить лайки, качать их и играть, да. Если все же вы за, ребята, как я сказал, набираем 1000 лайков, и я начинаю делать специально для вас сборочки.
Также, если вы хотите мне что-то написать, посоветовать, предложить, все, что от вас требуется, это просто оставить свой комментарий. Я постараюсь на него ответить, ну, и сначала, конечно же, прочитать, а потом ответить. Также, ребята, вступайте в нашу большую дружную семью. Все, что от вас тоже требуется, это просто-напросто на меня подписаться. Я буду рад каждому новому подписчику. Поэтому, ребята, не стесняемся, нажимаем на кнопочку и подписываемся на мой канал. Я буду сильно всем очень благодарен. Это мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.